Сегодня суббота, очень хороший теплый день. Ну, конечно, не такой, как вчера. Мы отправляемся на прогулку с мамой. Сегодня у нас, вот говорит мама, едет наш автобус. Сегодня 13 градусов тепла, как я уже сказала. Ночью 3 тепла. Облачно, без солнышка. Солнышко будет завтра. Ну, ничего, это не мешает нам прогуляться, да, мам? Решили сегодня мы выбраться в зоопарк. Наше любимое место отдыха, между прочим, одно из любимых. Люблю ботанический сад, люблю зоопарк. Отдыхаю душой. Там очень много красивых растений, животных, птиц. Желаю вам прекрасного просмотра. Думали мы с мамой и надумали. Решили все-таки отправиться в наш любимый зоопарк. Да, мам? Всем привет! Привет всем! Видите, сколько людей много гуляет. Такое ощущение, что весь Краков сегодня вышел на прогулку. И вот там сзади меня. Везде-везде покручусь, чтобы вам видно было. А завтра, вот сегодня такой день, когда люди гуляют, скуповываются, суббота. А в воскресенье все магазины закрыты, люди сидят дома. Но не все сначала идут по костелам. А в церковь по-другому. И отдыхают, готовятся к рабочей неделе. В воскресенье работает сеть магазинов «Жабка». Еще работает магазин, сейчас вам скажу, как называется. Работает сеть магазинов «Деликатесы». Тоже очень хороший магазин, нам с вами нравится там делать покупки. Вот смотрим расписание на остановке до ЗОО. Видите, наша остановочка. Видите, 134-й автобус. И указано время. Допустим, 19 с чем-то или выше. Вот вы смотрите, дни повшей дни, то есть обычные дни. А вот суббота, неделя. Суббота, свента, неделя, воскресенье. Вот мы смотрим. Совершенно другое расписание. Везу маму в зоопарк. Приехали. Да. Нормально все? Нормально. Потому что мы поднимаемся в горы первый раз. А маме было очень тяжело. Посмотрите, какая природа здесь красивая. Нет, здесь а сейчас уже нормально, ты адаптирована. Да, мне очень нравится здесь. Ребята, попали мы уже на территорию зоопарка. Тут теплее даже, мне кажется. Тут такая красота. Так красиво. Аж душа радуется. Мама говорит, шелон. Это она так балуется. Мама тоже довольна, видите как? Радости нет предела. Посмотрите, сзади нас, ребята, слоники. Видите, вот там вот слева. Да, ива распускается. Красота. Мы пришли туда, где хорошо. Потому что городская жизнь настолько утомляет, вы не представляете. Работа каждый день. И никакого отдыха, никакой разрядки, постоянно какие-то стрессы, переживания и т.д. и т.п. О чем не говорится. Поэтому хочется отдыха для души настоящего. Смотрите, что делают слоники. Они общаются. Ой, там еще кто-то кричит. Какой ты красивый! Привет! Смотрите, какой большой! Сколько тонн весит слон? Напишите, ребята. Да, застеснялся. Он сейчас может... Он еще может закричать. И еще что-нибудь может сделать. Если вы попробуете, интересно. Вот так вот погладить. Он дастся? Да, конечно. Мало ли какая реакция у слона. Да, это бери, животное, причем такое тяжелое. Два эти. Ой,
мы сейчас идем с вами к павлинам. Курочек мы еще видим. Привет! Как дела? Привет, привет! Видите, какая маленькая, шустренькая, черненькая. А там еще воробьев очень много. Бегают, чирикают. Воруют корм у птичек домашних. Здесь живет базант диаментовый. Диамантовый, быть может. Видите, какой? С каким хвостом? Посмотрите, какой хвост у него. Большой. Пеликаны. Вот слева от нас пеликанчики с большими клювами. Видите, какие большие клювы у них? Смотрите, какая красивая птица. Павлин, привет. Hello. Hello, my dear bird. Какая у него красивая на голове корона. Видите? Натали, привет. Мы сегодня в сказке с мамой очутились. Посмотри, Натали, на тебя смотрит эта чудесная птица. Красивый, красивый очень. Желаю прекрасного дня, дорогая Натали. Спасибо огромное за твои чудесные комментарии. Читаю их с восхищением, не могу не ответить. Привет, привет. Привет, Наташенька. Решили немножко отдохнуть душой с мамой, потому что каждый день какие-то свои негоразды у каждого накапливаются из нас, поэтому... Достаем их лопази. А, павлин клюнул ребенка бедного. А, видимо, потому что навстречу шел другой павлин. А может быть, это мальчик оберегает девочку. Видите, боятся, не хотят общаться. Ребята, посмотрите, настоящая зебра на прогулке. Красиво у нее здесь, да, пейзаж такой. Вот животному тоже повезло. С одной стороны, конечно, они как бы заперти, но это не цирк. В зоопарке все равно у них условия неплохие для жизни. Да, конечно, им хотелось бы больше свободы, понятное дело. Но за ними здесь ухаживают все равно, их хорошо кормят, за ними хищники не гоняются, они в безопасности. Здесь деревья, очень красивая природа у них, они смотрят и наблюдают, мы за ними, они за нами. Вот смотрите, на территории зоопарка какие красивые цветы весенние цветут. Громадные хвойные деревья. А это туечки у нас. А здесь, посмотрите, страусы. В прошлый раз он так, один из них так ко мне подошел и так внимательно смотрел. Они, кстати, очень-очень умные. Посмотрите, выглядывает, головой своей вертит. Ой, а здесь зебры кушают сено. Смотрите, какая милота. Им подвесили на сеточке такое специальное сено. И не выедят. Ой, а тут кто-то такой черный под туей пробежался. Быть может, мышка какая-то. Вот там. Вот там под туей черненький маленький кто-то пробежался.
страусам, наверное, все-таки, ребята, немножко прохладновато, я думаю, это и некоторым другим, но все равно они должны выгуливаться, прогуливаться. Вот я снимаю, 40 минут камеру держу уже, и у меня руки мерзнут. Вот так же и у них лапочки мерзнут. На территории зоопарка есть вот такая чудесная беседка, где особенно летом можно посидеть. И видите, таблички такие время от времени стоят. Шануй зелень на польском и бережить зелень на украинской мове. На двух мовах. Шануй зелень и бережить зелень. Берегите живую природу. Берегите растения. Видите, какие красивые для деток, наверное, специально. Может, просто жучки изображены. Видите? Какая красота. Ну, какой? Это, может, пчелка? Уже коровка. Муравей полезный. Все, что есть в мире нашем, вокруг нас, все не просто так и не нами придумано. И не нам разрушать. Надо все это беречь, ребята. Птицы так поют красиво. Мам, тебе тут нравится? Очень нравится. А чем? Во-первых, территория очень красивая. Животных очень любим. Разнообразие. Спокойствие, свежесть такая. Ухоженность. Ну, просто бесподобно. Спокойствие здесь, да, спокойствие, умиротворение, да, такое. Да. Газон такой, как будто лужок возле нашего двора, да? Да, да, вот да. Так да. Красиво зелено по-простому. Смотри, ой, божечки, здравствуйте, красивые мои. А я за вас думала с бабушкой. Вот. Откуда же вы? Ой-ой-ой, как головами. Видите, они вращают. Я и не ожидала вас увидеть, мои хорошие. Обнимаются, смотрите, как трутся друг об дружку. И им, может, хочется там это самое. Может, у них период такой, но им нельзя. Видите, вместе, наверное, девочка и мальчик. Иначе, мало ли, чем они будут заниматься. Красивые, красивые жирафики. А мы думали, что их еще не выпускают, что им холодно. Они вот как гуляют. Красавчики, их кормят. Видите, люди, которые специально заботятся о них. Насыпали им корма, чтобы посетители смотрели, а они кушали во время того. Интересно, что кушает жираф? Видите, как шею тянет свою длинную? Жирафик, что ты кушаешь? Расскажи нам, пожалуйста. Высокий какой у него домик, чтобы поместился вместе с шеей своей длинной. Вот какое у него хозяйство, видите? Это все его хоромы. Жирафик, красивый какой. Вот это красивый ты. Ай, красивый жирафушка. Ай, красивый. Ушками как делает. Ай, красивый. Хвостиком жирафик красивый какой. Ай, ты красавчик. Надоело меня слушать, отвернулся. Ну, посмотрите, какой красивый, ребята. Не знаю. Мечка, их всех загоняют. Да. А вот его друг вышел, но их, видите, перегородили одного от другого, не дают им вместе находиться. А им так хочется общаться. Ребята, а здесь настоящие верблюды. Посмотрите, идут плеваться. Они очень любят плеваться. Видите, увидели своих потенциальных жертв. И далеко это вы отправились, а? Видите, как они друг за другом важно ходят, как у них шеи тоже они вытягивают. Да, да, друг за другом. Да, друг за дружкой держатся друг друга, как будто боятся. А там еще вот четвертый, три, нет, маленький, четыре здесь и один дальше. Видите, ушли от нас.